Я много раз задавал Аблязову вопросы, почему после смерти Татищева именно Аблязов стал руководителем БТА-банка? Почему близкие родственники Татищева не возглавили БТА-банк? Почему все его митинги проходят на праздники? Все эти вопросы он игнорирует и категорически отказывается отвечать. Поэтому я заявляю, Аблязов – провокатор, Жанна – мошенница, ДВК – секта.